Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И давайте сегодня поговорим о товарах из магазина «Светофор» и сделаем вывод, какие товары стоит покупать, а мимо которых лучше, как говорится, проходить мимо. Конфеты «Тайный взгляд», которые сейчас появились в продаже в «Светофоре», я нашла отзывы по этим конфетам и даже фотографии, как они выглядят. По факту это такая тугая масса, которая обладает шоколадным вкусом. Но вот отзывы по конфетам диаметрально противоположные. Кому-то понравилось, кому-то нет. Но в основном ставят троечку из пяти. И я вспомнила, что такие конфеты попадались нам с вами в новогодних подарках, которые мы с вами тестировали в конце года. Детские подгузники Сенса. К сожалению, своему ребенку я их не покупала, ничего по качеству сказать не могу. Но вот отзывы, которые я нашла, говорят о том, что в основном эти подгузники маломерят, резинки у них не тянутся. Из плюсов то, что высокая спинка, но у некоторых эти подгузники протекают, кто-то наоборот доволен. Поэтому все-таки, если есть желание попробовать, можно купить на пробу. Если подойдут, то значит вы будете экономить значительную сумму денег. Ну а если нет, то искать подгузники, подходящие больше вашему ребенку. А вот подгузники от фирмы Aura могут похвастаться большим количеством положительных отзывов, что пишут покупатели, что эти подгузники не протекают, есть резинка на спинке, неплохие липучки, а также не маломерят. Единственным недостатком, который указывают покупатели, это то, что в свободном доступе их очень трудно найти. О новой жаровне от фирмы Вари, которая стоит 500 рублей, к сожалению, большого количества отзывов я найти не смогла, но из тех, что откопала, могу сказать, что вещь вполне неплохая. Конечно, я не могу утверждать, что прослужит она вам десятилетия, но для своей цены сковородка хорошая, не пригорает, для больших семей подходит идеально, можно нажарить целую сковороду котлет или других любых блюд. Удобные ручки и отмечают, что здорово, что в комплекте дополнительно идет крышка. А еще чуть подробнее хочу вам рассказать про эти мясные чипсы. Я сама их лично пробовала, мне они понравились. Соли там минимальное количество, и чипсы похожи на подсушенные кусочки вяленого мяса либо балыка. Что-то вот такое вкусно, не острые. И прекрасно подойдут для каких-нибудь салатов. Перетертые лимоны с сахаром. Тоже я попробовала. Мне, как любителю лимонов, они очень сильно понравились. Состав идеальный. Лимоны и сахар и минимальная термическая обработка. Хотя многие зрители пишут, что им больше понравились апельсины протертые. Но вот, к сожалению, апельсинов в нашем магазине пока не было. Но лимонами лично я осталась довольна. А также попробовала и новые рыбные консервы. Это анчоусы, обжаренные в томатной заливке. Вкусные, приятная томатная заливка. Слегка, на мой вкус, соленоватая, но, в принципе, есть можно. Да и рыбки оказались неплохие, они не развалившиеся и упругие. Вполне можно покупать, довольно-таки неплохо. Антибактериальное жидкое мыло от фирмы Aura, которое недавно появилось в продаже в «Светофоре» в большой мягкой упаковке дойпак. В принципе, многим покупателям нравится, однако некоторые женщины отметили, что консистенция этого мыла жидковатая и у них после использования присутствовала сухость кожи. Но тут, как и со всеми другими косметическими продуктами, все подбирается чисто индивидуально. Средства для борьбы с крысами, с мышами, а также с тараканами и муравьями от производителя «Чистый дом». В принципе, могут похвастаться неплохими отзывами. Ставят покупатели 4 балла из 5, говорят, что эффективные, однако быстро утрачивают свою, скажем, насыщенность именно отравы. Но цена низкая, в принципе, можно купить и несколько пакетиков. Зато эффективный, работают, но работать нужно все-таки в перчатках. Маленькие наборы алмазной вышивки, которые заявлены как детские, я все-таки считаю не только полезной игрушкой, точнее хобби для детей.
Это прекрасная возможность познакомиться с таким видом творчества и для взрослых детей, потому что не каждый человек сразу готов будет взять большую картину, например, размером 40 на 60 сантиметров, а лучше взять на пробу вот такую маленькую картинку, а лучше несколько, и проверить. Если затянет, то тогда смело можно браться и за большие форматы. Шпротный паштет от компании Velrypprom, который изготовлен из кильки и салаки, в принципе, может похвастаться неплохими отзывами. Покупатели отмечают приятный вкус, однородную консистенцию, но также есть и недостатки, то, что в составе присутствует мука. Ну а также из-за того, что паштет приготовлен из цельных рыбок, могут попадаться плавники, глазки и косточки. Насколько мне удалось заметить, отзывы по чаям от фирмы Теэко всегда хорошие. И вот про Каркаде, который появился недавно в нашем магазине «Светофор», тоже положительные отзывы. И по картинкам, по фотографиям видно, что напиток насыщенного цвета. Жевательные конфеты Fruit Story за 120 рублей тоже, как пишут покупатели, вкусные. Единственное, что они отмечают, жевать их очень трудно, и они липкие, поэтому стоит поберечь зубки и сохранить ваши пломбы, если таковые имеются, в сохранности. Ну а конфеты Курьез, они всегда вкусные. Это вафельная конфетка, покрытая с шоколадной глазурью. Также бывают украшены либо арахисом, либо воздушным рисом. Обалденные конфеты. Если еще не пробовали, советую обратить внимание. Супербюджетная зубная паста Pepsodent. Что же про нее можно сказать? По отзывам, в принципе, паста неплохая для своей ценовой категории. Покупатели остаются довольны. Говорят, что неплохо пенится, не вызывает жжения, пощипывания во рту. А это немаловажно, потому что знаю по опыту неприятное ощущение, когда во рту все жжет. По отбеливанию все-таки не настолько сильно способна эта паста отбелить зубы, но в качестве ежедневного ухода вполне справляется со своими функциями. Новое чистящее средство, универсальное для кухни, которое справляется с различными стойкими загрязнениями, такими как застарелые пятна, либо нагар в духовках, на плите, в печах, в микроволновке. Называется оно «Бархат», и уже некоторые покупатели его опробовали. Что же пишут? Да, средство справляется с загрязнениями, но необходимо на некоторое время его оставить, чтобы оно подействовало, и потом все-таки придется потереть. И как одна из покупательниц пишет, все-таки нужно прилагать усилия. По консистенции средство все-таки жидковато, но обязательно работайте с ним в перчатках, потому что возможно жжение и раздражение на коже. Беспроводная портативная колонка, которая недавно появилась в нашем магазине. Кстати, стоит она чуть-чуть поменьше, чем 400 рублей. Конечно, она какими-то супер навороченными характеристиками и функциями похвастаться не может, но для своих 400 рублей имеет отзывы вполне годные. Вы просто посмотрите, люди остаются довольными и говорят, что звучание очень чистое и хорошее. Конечно же, заряд держит не так долго, как дорогие аналоги, пластик менее толстый, менее прочный, но все равно для 400 рублей колонка годная. Новые шоколадные яйца, а точнее шоколадные десерты. Стоят они 63 рубля. Это яйца увеличенного размера. И я купила 2 яйца на проверку. Мне интересно было посмотреть на игрушки, которые находятся внутри, и на сам десерт. Сам десерт оказался точно таким же, как и в наборах из 6 яиц. Это шоколадная паста 2 цветов из молочного шоколада и белого шоколада, а также круглые печеньки. Но в этом яйце 2 таких маленьких половинки. Игрушки. В детском яйце именно для девочек мне попались кастрюлька, ложечка, вилочка и там яйцо. То есть это такие девчачьи аксессуары. А вот игрушка
в мальчуковом наборе мне понравилось больше, потому что там игрушка-робот-трансформер, который можно собрать в машинку. Но хочу обратить ваше внимание, что, конечно, игрушки такого не совсем хорошего качества, потому что могут и ножки, ручки отваливаться. Но для 63 рублей игрушка вполне годная. Я считаю, что можно покупать. Ну вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, та информация, которую вы услышали, была для вас полезной. Если это так, поддерживайте это видео пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а если у вас есть свое мнение об этих товарах, то не стесняйтесь, пишите об этом в комментариях.